Иисусу Христу. Слава. Можно с вами побеседовать? Ну, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Я слушаю, говорите, пожалуйста. Игнат Тихонович, у меня... Я созрел для того, чтобы готовиться к крещению по истинному чину. И хотел вас попросить, не могли бы вы быть моим поручителем? Я вас не знаю. Познакомимся поближе, потом можно будет сказать. Вы пока на занятия, на молитвы все время приходите, это будет свидетельствовать о вашем обращении. Хорошо. Есть вопрос, Игнат Титович. Давай. Можно нас задать? Вопрос можно? Да, можно. Послание к римлянам говорится о том, что Павел, когда свидетельствовал о Иисусе Христе, и говорил, что вы его распяли, они сразу говорили, что нам делать. Он им сказал, покайтесь, креститесь для омытия грехов и получите дар Святого Духа. У меня сейчас вот принципиально стоит вопрос о моем покаянии, истинном покаянии. Дело в том, что у меня сложный произошел духовный путь. Я себя называю духовным калекой. Вкратце я вам говорил, если помните, я проходил оглашение у отца Георгия. Вот. Там... было вот как бы исповедь за всю жизнь. Но потом, через некоторое время, меня вытолкнуло из этой общины, и у меня началась светская жизнь. Но после вот брака блудного, ну, мы с вами общались тогда, у меня родился ребенок. И у меня пошел обратный процесс. То есть я поставил задачу себе, чтобы привести к Богу ребенка. Но я вдруг себе начал задавать вопрос, насколько я сам истинно верующий, это вот где-то 4 года назад произошло, и я до сих пор мучаюсь и не понимаю, потому что я читаю литературу там по крещению, например, и понимаю, что второго крещения нет, и в символе веры там сказано, что веруем в единое крещение для оставления грехов. Я для себя никак не могу понять, когда у меня произошло вот это обращение к Богу. То есть там же в Писании сказано, что вот вам благовествовали, и кто не принял, у них уже нет второго вот этого возможности. То есть они все уже отвергнут. Понимаете? Вот. И у меня как бы представляется такой вот образ, я сейчас дам. Вот если взять такой сосуд стеклянный, колба такая вот, с чистой водой. И, две колбы, да, вот, допустим, Адам и Ева. И в одну колбу попадает чернила. И они, вода уже не чистая. И если эти колбы соединить вместе, то вот эта вода переходит во вторую колбу, и они становятся нечистыми. И вот как бы я такой образ как бы рисую. И вот мы, когда приходим в крещение,
что идет омытие грехов. И как бы вот после крещения, я так понимаю, что эти колбы становятся чистыми. Но я внимательно смотрю ваши ролики, и есть такой момент, что, во-первых, Иоанн Креститель говорит фарисеям: принесите достойный плод покаяния, есть еще понятие нераскаянного греха. То есть, если по Писанию, да, принесите покаяние и омойте грехи. Вот это раскаяние грехов, да, вот мой опыт как бы подсказывает, вот оно, то есть это, вы понимаете, вот я уверовал в Иисуса Христа, что Он мой Спаситель, вот, но я не могу понять вот это вот момент моего покаяния. Я боюсь, что вот после крещения, если Бог даст, дай Господи, я боюсь вернуться опять к греховной жизни, понимаете? Вот у меня такой опыт был, как бы, я вот очень переживаю. Вот такой вопрос у меня. Потому что вроде как бы я оглашение проходил, и мне вроде как бы благовествовали. И вроде как бы исповедь за всю жизнь был. Но у меня встреча с Богом произошла как бы дома. Это был такой момент, вот 20 лет назад. Я первый раз, когда Библию взял, я уверовал в Бога, что Он есть. Но увидел, что люди живут не по слову. Я вот где-то год ходил туда-сюда, искал, с кем пообщаться на эту тему. Библию не знал вообще. Вот. И у меня вот это в душе сейчас такой вот тяжелый как бы момент. Вот. Ну, я сказал. Что же сказать? Вы были у Георгия. Это вы говорите про Чхощеткова? Да. А почему же вы от него ушли? Там и крещение преподают. И людей готовят. Ну, катехизические классы. Я его знаю лично. Ну, смотрите, я у него лично не оглашался. Там такая ситуация, что методика у него там такая, да, то есть там же образовались группы братства такие, да, ну, многослойные как бы, да, и там выбирались главы братств, и, ну, как бы заданием этих братств было тоже выбирать катехизаторов из своей среды, и, ну, такое как бы получилось, как сказать, вот, ну, каждому братцу давал задание, свидетельство и оглашение. И я попал в одну из вот этих вот, ну, скажем так, структур, ну, не структур, общин. Я не знал, просто были такие открытые встречи, там нужно проводить 3 встречи, они проводят. Вот. И я туда попал случайно как бы. Вот. Ну, там не было отца Георгия. Я просто, когда ходил по церквям, я услышал проповедь отца Георгия, и меня как-то этот священник, ну, не то что понравился, а вот внутренне я почувствовал, что вот здесь, наверное, вот он правду говорит. Но я к нему пришел на беседу, он говорит: тебе надо на оглашение пойти. Я попал вот в одну из этих вот групп. Вот. И там я попал, и все. Ну, для меня это был как бы путь к Богу. Для меня это все, вот, как бы для меня это было самое важное в жизни. Вот. И у меня был катехизатор, ну, сестра, так скажем. Там Люся ее звали. Вот. Ну, мы проходили оглашение. Год прошел. У нас было 8 сестер и один брат некрещенный. Вот. И мы прошли этот год.
И вот прочитали всю Библию, ну как это вот так вот. И после этого как бы вот мне разрешили причащаться, так скажем. Читали молитвы от злых духов, вот. Ну я там писал там тоже путь к Богу, вот. Ну и они посчитали, вроде как бы я попал в эту общину. И задача была как бы эту группу, ну как бы она называется, сохранить. Ну типа отец Георгий всякое говорит, вот у вас духовная семья, вы вот типа как бы вот это цените, это раз в жизни. Ну и там началось выборы старших, кто старший, кто младший, так далее, пятое, десятое. Вот. И да, у меня еще проблема была какая. У меня я ну, искал жену. Вот этот момент меня как бы одержим был. Потому что я один. У меня рано умерли родители. Рано умерли. И вот перед тем, как я пришел к Богу, у меня первый брак развалился полностью. И я книжку нашел, называется «Целомудренная семья». Я не знал такого слова. И я вот как-то этим загорелся. Я думаю, ну вот сейчас я приду к Богу, и я смогу начать жизнь с чистого листа. И стал одержим этой вот как бы мыслью. Но уже начал понимать, что грешить нельзя, вот так, всяк, пятое, десятое. Вот. И ну вот 3 года я как бы не встречался ни с кем, все терпел. Вот. И ну и как бы тогда началось строительство братского дома. Вот. И стоял, и мы потихонечку туда начали ездить. Потом паломничества были разные. Вот мы туда ездили как-то. Но я все время искал общение близкого с, ну, с братьями, что ли, с сестрами. Я, да, братьев было по пальцам пересчитать. Вот, я один раз пришел на собрание, 30 сестер, и я один после оглашения. Ну, я так немножко в шоке был. Вот. Ну, вот какая-то такая атмосфера. Вот я сейчас как бы рассказываю, как было. И вот я ушел на этот... Ну, и там ситуация получилась с женитьбой очень странная. Я всегда просил Бога, чтобы Он мне указал волю Божию, кто же... чтобы мне по-честному, ну, по воле Божией, ну, даже так скажем, по Писанию, может быть, да, чтобы Господь меня благословил на жену. Вот. И я не мог дать ответ на этот вопрос. Да, мне нравились сестры там и так далее, но я внутренне не мог себе ответить, где же правда, как вот я Писание читаю, вроде как бы жениться нельзя. Вот. Но внутренне как бы я один был все время. Вот. И получилось так, что я поехал в этот самый паломничество. Ну, там одна сестра как бы из другого братства, из другого города. Она как-то так внимание ко мне проявляла. Там то бутербродик подкинет, то еще что-то. Ну, я думаю, может, вот эта сестра как бы. Она старше меня была на 10 лет. Вот. И мы поехали в паломничество к беседникам, к Павлу Алексахину. Вот. И там традиционно как бы он всех собирал, ну, вместе. Или... Я поехал не со своим братством, с другим, с Тверским. Вот. И он традиционно он всех там собирал, отдельно ему можно было задавать вопросы. Вот. Ну и я, конечно, задал ему вопрос, ну, в индивидуальной беседе. Я говорю, батюшка, ну я его не знал, ничего, мы там на несколько дней приехали. Я говорю, батюшка, вот у меня проблема с семьей, вот как быть? Вот у меня была прошлая семья, но она развалилась. Ну, он там кое-какие советы начал давать, что я был с прошлой женой. Я говорю, ну вот уже не получилось, прошло 3 года. Я говорю, ну вот есть несколько сестер, которые мне нравятся. Вот. Ну и все, на этом разговор окончился. Я его ни о чем не просил, просто спрашивал совета, как у, ну, духовного старца, там, не знаю. Я его не знал, просто вот меня это мучил вопрос. Вот.
И мы на следующий день уезжаем, то есть мы, ну, паломничество закончилось, братство, раз, вот. И мы уже все, должны сесть в этот самый в маршрутку. И тут он приходит, а у него этот был, как его, посох такой. И он идет такой активно. Где этот брат, где эта сестра? Вот, ставит нас на колени и благословляет. Я вас благословляю на эту самую, на брак. Ну и все. Я сам не ожидал. Думаю, ну, наверное, воля Божия в этом, что ли. Вот. И мы уже едем на поезде от них обратно. А там старший, там был один Володя такой, ну, он как бы был этим старшим братством, как его, председатель братства. Я к нему подошел, говорю: Володь, а что это такое-то было? Ну, так как-то сказал, то ли чудо, то ли здорово, как все. Ну, что-то такое, понял, что он как бы не против этой ситуации. Вот. Ну и все, и как-то мы с ней связались, ну, совокупились, грубо говоря, прости Господи меня. Вот, потому что как все вроде как бы так. И мы потом на следующий день приходим в Новодевичий монастырь на причастие. Вот, причащаемся у отца Георгия, а он говорит: а когда вы распишетесь? То есть я тоже не ожидал, он как будто оттуда узнал эту информацию. Вот. Но я так понял, что, ну, наверное, благословено все. Ну, мы подали этот самый Игнат Тихонович. После этого я работал, Игнат Тихонович. Так, подожди, я говорю. Вы меня слышите, да? Я слышу, говорите. Слышите, да? Да. И после этого я поехал работать на братский дом. Да. И я 5 лет там проработал. Вот этим вот содружестве, знаете, да? Да. Игнат Тихонович. Так, мне уходить уже сейчас нужно. Так. Молитесь, Господь хорошо усмотрит как. Поговорите там, что были, где у вас там должны быть друзья, знакомые. Там вам легче всего разобраться. Он очень грамотный отец Георгий. Я вас понял. Да. Ну ладно, спасибо, Христос. Слава Иисусу Христу, отошел.